Насколько эффективны в нашем регионе меры по профилактике правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого обращения с детьми? Этот вопрос стал главной темой обсуждения на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Омской области. Анализ и опыт работы в 2012 году на территории Омской области показал, что в регионе принимаются комплексные меры по решению проблем детского неблагополучия. Как результат принимаемых мер – снижение уровня подростковой преступности. Как отметил председатель комиссии, руководитель аппарата губернатора Омской области Сергей Михеев, внимание к вопросам семьи и детства уделяется повышенное как на федеральном, так и на региональном уровне. Прозвучали предложения о том, как сохранить позитивные тенденции и снизить другие показатели, такие как рост суицидов или случаев жестокого обращения с детьми. Были затронуты вопросы социальной реабилитации и устранения негативных процессов в подростковой среде. На заседании комиссии также подведены итоги работы в 2012 году, обсуждены вопросы организации эффективного межведомственного взаимодействия министерств и ведомств Омской области, органов местного самоуправления по организации профилактической работы с несовершеннолетними. Стоит отметить, это было первое заседание комиссии в обновленном составе, который утвержден месяц назад, 27 февраля. Тогда же избран и новый председатель. Сергей Михеев поделился своими наблюдениями о работе комиссии. Мне понравилось. Понравилось то, что конструктивное произошло обсуждение вопросов, выносимых на заседание комиссии. Очень заинтересовано. То есть это не было простым каким-то формальным мероприятием. Люди высказывали продуманное, я так считаю, аргументированное предложение по всем вопросам, обсуждаемым на этой комиссии. В связи с чем... Вот должен сказать, что вот по всем этим трем вопросам, которые сегодня изучались, прозвучали предложения, которые, безусловно, будут учтены.